Дело в том, что нам не удалось заснять звонок победителю первый раз, поэтому звоним повторно. Так. Громкая связь. Алло, Игорь. Да. Я поторопился, звонок вам позвонил, но выигрыш все так же в силе. Все в силе. Просто мы не успели заснять, что вы выиграли наш главный приз $1000. Игорь. Да. Как ваши ощущения? Не верится. Ну, я думаю, вы поверите, когда приедете все-таки за призом. Игорь, вот 9 числа у нас не получается. У нас, смотрите, есть возможность завтра, есть возможность вам передать приз 11 или 12 числа. 11 числа. Да, это ориентировочно где-то часов на...